скоро стал израильским гражданином. И с тех пор я живу в Хайфе, которая мне очень нравится. Вот. И надеюсь, Хайфа вам нравится тоже. А, несмотря на то, что с момента моего отъезда я не был в России ни одного раза, и ни одного дня, и ни одной минуты, но тем не менее я веду там некое посмертное существование. И время от времени моя музыка исполняется в России. И я, как души смотрят с высоты на неброшенное тело, смотрю вот как бы по трансляции иногда, иногда просто до меня доходят какие-то сведения об этом, смотрю на то, что происходит. И вот, в частности, одним из таких событий было совершенно неожиданное для меня исполнение моей музыки в канале 10 спектаклей, и на этом все закончилось. И вы сейчас просто увидите и услышите это произведение, балет-опера, оно продолжается примерно 40 минут. По счастью, в зале Чайковского это сочинение представлял музыковед Ярослав Тимофеев, который очень в теме, и который очень хорошо подготовился, поэтому мы решили, что мы включим его выступление просто в то, что вы сейчас увидите и услышите, он вам все расскажет, и мне не надо будет вам ничего рассказывать. После этого я просто готов поговорить о том, что вы услышали, увидите, ответить на ваши вопросы, и, в общем, всячески располагайте мною. Поехали, да? Спасибо. Спасибо. Вероятно, потому что накануне он обсуждал с кем-то из знакомых онкологическое заболевание. Пьетро Метастазио – главный оперный либретист всех времен и народов. В 18 веке на его тексты писал почти каждый композитор, в том числе и русские композиторы, например, Дмитрий Бортнянский и Максим Березовский. Но с тех пор и до нашего времени, насколько мне известно, никто в России на либретто Метастазио не сочинял. Thank you.